На церемонии вручения премии секретарь Нобелевского комитета Эстерлинг сказал: Som bekant meddelat att han icke önskar mottaga. Премия в области литературы была присуждена Борису Пастернаку за его вклад в лирику и продолжение традиций русской классической школы. Я могу вам сообщить, что он не пожелал принять эту премию. Но несмотря на то, что он не пожелал ее принять, Нобелевский комитет оставил свое решение без изменений. Мы только с сожалением констатируем, что вручение этой премии не может состояться.